В преддверии Дня столицы в Кокшетау 80 семей получили квартиры. Среди них многодетные, малообеспеченные, а также сироты. Многоквартирный дом построен в микрорайоне Сарыарка по государственной программе «Нурлы жер». Церемония вручения ключей в этот раз проходила в несколько необычном формате, поскольку в период карантина массовые мероприятия запрещены, получатели квартир приглашали по очереди. С каждой семьи по одному человеку. По словам местных властей, сейчас в регионе строительство жилья ведется бурными темпами, особенно в областном центре. Ярким примером является наш новый микрорайон Сарыарка, где за последние несколько лет мы построили 45 многоквартирных домов. Это порядка 3000 квартир. Начали строить еще 14. Вы все прекрасно помните, буквально 5-6 лет тому назад это был пустырь. У нас не было школы, у нас не было детского сада, у нас не было домов, у нас не было дорог на данном перекрестке. И вот сегодня мы все являемся свидетелями. Сколько всего делается, только если говорить об этом микрорайоне. Одна из счастливых новоселов – многодетная мать Гулиим Ергалиева. Карантинные меры в их семье соблюдают строго, поэтому с собой она привела лишь одного из своих детей. Им вручили ключи от трехкомнатной квартиры. Семье из 8 человек в ней не будет тесно. Сегодня получили ключи, очень рады. Думаем, что в скором времени переедем. Очень рады. Спасибо всем большое. 10 лет уже, как мы переехали в город. Постоянно снимали, скитались. Вот в этом году получили ключи. С начала года в регионе получили квартиры 750 семей. Всего же в этом году запланировано обеспечить жильем 5000 человек. Наталья Строкова, Дамир Берикулы, Евгений Шинкаренко, Хабар 24, Кокшетау.